Привет, с вами Арсений. Вот видеообзорчик вот такой вот, вот такого вот циркуля для фрезера. Вот появилась необходимость сделать вот такие вот отверстия разного диаметра. Ну, естественно, сперва это все было лобзиком, потом еще как-то, потом через шаблон по фрезе. Ну, это, в общем, длительная работа такая ужасная. Вот, и вот придумано с интернета, содранная вот такая вот циркуля для фрезера. Вот. Здесь у нас вот эта часть барашек. Вот. И вот здесь у нас какие-то там ходят вперед-назад. Вот, можно развернуть, то есть увеличить максимальный тут радиус почти 35 сантиметров. Вот. Ну и минимальный тут порядка 4 сантиметров. Вот как это все работает. То есть вставляем нужный нам радиус. Нужный нам радиус в данном случае 5,70. 5 нам надо. Вот. Потом снизу затягиваем. И затягиваем барашек. Еще раз проверяем. В принципе, все уже готово. То есть совмещаем вот это вот отверстие. Вот это саморезик с отверстием. Это центр будущей дырочки. И начинаем пилять. Спасибо, надо пилять. Ну и заканчиваю обычно с другой стороны. Ну вот получилось идеально ровное отверстие. Ну вот, получилось идеально ровное отверстие. Не скажу, что супер-мега быстро, но зато идеально ровно. Хорошо, понравилась такая циркуль для фрезера. Ничего сложного. Здесь у нас получается основание. Пропилен фрезой той же паз. Ширина тут порядка 20 мм для большей устойчивости. Здесь у нас три болта крепятся в те же отверстия в основании фрезера, где и барашки штатные. Вот. Здесь видите, тоже паз с ходулькой туда вперед-назад. Вот, а здесь просто забивные гайки. Ничего сложного. Очень все просто и функционально. Понравилось видео, ставьте лайки. Рекомендую.